фирма «Густав» – это один из первых как раз насосов, которые работали в нас в Тюмени 1864 года, когда был пущен первый водопровод. Это паровой водяной насос. Сейчас подходишь, нажимаешь магнитопускатель, и насос работает. А это паровой, его надо было сначала нагреть котел, воду, пустить сюда пар, и только уже потом за счет пара начинают двигаться вот эти вот механизмы и начинает качать воду. Так что раньше было намного тяжелее. А это, собственно, те самые первые трубы из лиственниц, по которым и поступала вода в город. Станки сверлили эти трубы насквозь. Сама она была конусом. Было отверстие больше и меньше. Разное отверстие конусом. Вставлялась труба в трубу. Были кольца чугунные с гайками, заворачивались болтами. И конусом заливалась кудроном. Вот такие были водопроводные трубы. В 80-х годах 19 века строится Уральская железная дорога. В это время в Тюмени начинают застраиваться окрестности, прилегающие к железнодорожным станциям, но существенно удаленные от воды. В итоге, уже в начале 20 века руководство города понимает, что имеющихся мощностей водопровода явно недостаточно, а прогнившие за время деревянные трубы могут подвести самый непредсказуемый момент, например, во время пожара. 15 июня 1911 года городская дума поручает фирме «Нептун» разработать проект и смету по устройству хозяйственно-противопожарного водопровода. В итоге мощность данного сооружения должна была составить около 150 тысяч ведер воды в сутки. Работы были начаты в 1913 году. К январю 1915 в Нагорной и Затюменских частях города проложена водопроводная сеть, построен водоприемник, сооружено здание водонапорной башни и насосная станция. Вопрос водоснабжения города остро встал в годы Великой Отечественной войны, когда в Тюмень были эвакуированы промышленные предприятия при имеющихся тогда мощностях в 5000 кубических метров воды в сутки. Городу при максимальном ограничении потребления требовалось до 8000. Героическими усилиями горводопровод тогда обеспечивал подачу 7,5. В феврале 1945 года строители приступили к рытью котлована на месте нынешней головной водоочистной станции. Им пришлось вынуть свыше 5000 кубических метров земли. В сентябре 1947 года в условиях мирного времени Свердловский водоканал «Проект» закончил проект с полной увязкой с уже частично построенными сооружениями. 5 октября 1948 года станция начала подавать воду в город. Наладку процесса осветления воды во взвешенном осадке тогда взял на себя научный отдел Уральского политехнического института. Применение этого метода в специфических условиях речной воды являлось новым в практике городских водопроводов, поэтому пуск и наладка очистных сооружений Тюменского водопровода по существу явился научным экспериментом, в ходе которого открылась перспектива использования осветлителей в новой бесфильтровой схеме очистки воды. Долгое время головная водоочистная станция оставалась единственным сооружением, питавшим чистой питьевой водой город. Здесь же на территории станции расположились и все основные подразделения водоканала. Реагенты для очистки воды от ближайших железнодорожных станций в начале 60-х годов еще перевозили по старинке на лошадях. Когда я пришла работать сюда, здесь был вагонетка, это рельсы провели. Здесь вот это подъемник. В подъемнике была вагонетка. Мы, значит, ее там внизу загружали в нее, разворачивали ее и сюда подъемником поднимались. Чтобы достичь нужных показателей качества, воду в ту пору чистили и известью, и углем, и глиной. Кузнецка у нас вот здесь была. Вот здесь мы ее гасили, в этом баке. А потом, значит, и вёску прекратили, и стали и уголь. И вот уголь сначала здесь попробовали его. Тут была такая странность, страшное дело. Потом, значит, решили внизу, подвали. У нас там это сделали такую небольшую, там, как говорится, барабан. И, в общем, там сильно плохо было. Входили в наклон. В общем, нагрузишь это весь, как черт грязный. Все, в общем, глаз не видать. Короче говоря, там разбалтывали и качали сюда. Со временем уголь заменили на полиакриламид. Вопрос качества воды всегда стоял на первом месте. В 60-х годах на сооружениях даже проводились социалистические соревнования по этому поводу. Тут соревнования были у нас 4 смены. Если вода плохая, значит, ага, если крестик показал, это не видно крестика, то, значит, ставили на экране синий квадратик делали. Если хорошая вода, то ставили красный крестик. И вот за это мы получали, значит, на смену
или 20 рублей, или 10 рублей. И вот всегда спорили, кому это дать, пятерку или десятку. Тюмень росла, и к 1967 году город вновь стал испытывать дефицит воды. Мощность сооружения решено было нарастить за счет кулаковских скважин. По прогнозам геологов, воды в них должно было хватить на долгие годы. Благодаря запуску скважин подача в город тогда выросла до 60 тысяч кубических метров воды в сутки. Стали работать кулаковские скважины, с ними было очень трудно работать, потому что вода была неровно подавалась. Она насосы больше захватит, и вода могла политься через край. Поэтому мы буквально ночевали у задвижек. Здесь и были прямо на кромках фильтров и сторожили. И очень было тяжело крутить фильтры, все промывные задвижки, особенно под старым блоком, там задвижки застывали. И на них даже сосульки были внизу. Вот так собьешь сосульки рукой, в рукавичках не могли работать. Хотя понимали, что технику безопасности нарушаем. Но я всегда без рукавиц все равно работала. И открывали задвижки втроем. Если не можем справиться внизу, открыть задвижку, то звали даже мужчин. У нас здесь они работали, мы звали мужчин на помощь, потому что очень тяжелые были задвижки. Но сейчас, конечно, половина переведена на автоматику, и все равно им работать намного легче, чем работали мы. Выброс мышьяка в Нижнем Тагиле, из-за которого на сутки пришлось остановить подачу воды с головной водоочистной станции, дал повод задуматься о том, что городу нужен альтернативный резервный источник воды. Мышьяк в нашу смену пошел. Сброс был в Тагиле. Из Тагила, и здесь мы поймали вот этот сброс, в нашу смену определили. Вода стала черная, смесители. Мы сразу все отключили, все насосы, все, и мы воду не пустили в город. О том, как обеспечить город Тюмень резервным источником водоснабжения, ломали голову и на местах, и в столице. В итоге, после целого комплекса геолого-разведочных работ, проведенного в очень сжатые сроки в 30 километрах от города, решено было строить Вилижанскую водоочистную станцию. Согласно постановлению Совета министров СССР от 5 февраля 1971 года, мощность сооружения должна была составить 70 600 кубических метров воды в сутки. Несмотря на отсутствие жилья, морозы и бездорожья, в 1971 году начато строительство всех производственных помещений, проложены водоводы на скважинах. Уже 5 ноября 1971 года для промывки водоводов запущены скважины номер 13, 14, 15, 16 и 17 третьего куста. Первую воду в город Вилижанская водоочистная станция подала в феврале 1972 года. Первую воду мы давали, начали давать где-то в феврале, совсем немного кубов, не очищенно, напрямую пускали ее, потому что очистной станции как таковой не было. Но потом начали потихоньку все фильтры монтировать, стали воду уже полуочищенную давать. Но мы, естественно, воду, ее качество и контролировали. Сейчас хлораторные Вилижанской водоочистной станции совсем уже не так, как раньше. Здесь есть все для того, чтобы избежать утечки хлора в случае ЧП. В былые годы работникам приходилось рисковать и надеяться только на себя. Хлораторная здесь была, конечно, по-другому все. Аппараты, значит, у нас только работали на двух бочках. А сейчас вот уже их усовершенствовано, новые в коллекторы добавились. Была такая авария у нас, что загазила бочка, объела штуцерь, и я не знала, что делать, и начальство все уехали. И мне пришлось одной принимать меры, я вот эту бочку увезли в озеро, спускали. С момента запуска сооружений подача воды в город росла в геометрической прогрессии. Если в 1975 году было подано 16 497 тысяч, то уже в 1978 – 29 миллионов, а в 1979-80 35 миллионов 591 тысяча кубических метров. Мы, я думаю, должны подать в город Тюмень миллиардную тонну или кубический метр воды с Вилижанского водозабора. В настоящий момент Вилижанская водоочистная станция может очищать и подавать в город до 120 тысяч кубических метров воды ежесуточно. Александр Гирьярук, начальник очистной станции, помнит, когда такие цифры были лишь далекой перспективой. В 85-м году я пришел, было в работе 8 или 9 фильтров. Остальные стояли, требовалась уже перегрузка, ремонт. Ну, занимались, работали, отстраивали, ремонтировали. Первая очередь, которая по проекту, она была рассчитана на 75 тысяч, но
эксплуатация, практика показала, что та технология, которая была заложена в проекте, она не оправдывает себя, и станция 75 тысяч воды ГОСТовской по железу выдать не может. В принципе, с 85-го по это время мы с железом и воевать научились. Уже даже и на первом блоке очистных, то есть кое-что внедрили сами, что-то где-то наука подсказала. На основе опыта той станции была внесена корректива в проект второй очереди. Вторая очередь, состоящая из 15 фильтров и аэратора-дегазатора, была запущена в эксплуатацию в 2007 году. Испытание же современных технологий на Вильжанской водоочистной станции – процесс бесперерывный. Науки двери на Вильжанском водозаборе открыты всегда. И мы рады любое предложение испытать, испробовать, лишь бы был результат. На сегодняшний день проводится испытание двух японских аэраторов. Я не буду вдаваться в подробности, но если все пройдет удачно, может получиться неплохая экономия электроэнергии. Начиная с 2010 года, в рамках внедрения автоматизированной системы управления технологическим процессом на Тюменском водоканале автоматизированы 15 из 93 имеющихся скважин Вильжанской водоочистной станции. В ближайшем будущем будет закончена реконструкция диспетчерской сооружений. В перспективе это позволит управлять процессами добычи, очистки и подачи воды в город в автоматическом режиме. Первые результаты таких внедрений видны уже сейчас. Вот это вот устье скважины, то есть непосредственно там находится глубинный насос на глубине 65 метров. Оттуда водичка поступает у нас по технологической обвязке и водовод и поступает на очистную станцию. С 2010 года применяем автоматическую систему управления, то есть непосредственно со станции очистки диспетчер может управлять, включать, выключать скважину. То есть по необходимости, потребности воды. Вот щит управления, где поступают команды на включение затворов, то есть задвижки включаются и выключаются. Сам насос непосредственно также включается и выключается. Расход воды, подача воды со скважин. Находится оборудование, расходомер, вот электронный здесь у нас находится все. И у нас на сегодня оборудовано 15 скважин. Особая гордость вильжанцев – свой цех по производству глубинных насосов. В свое время в Советском Союзе существовало лишь два завода, выпускающих этот специфический товар. Тем временем насосы постоянно ломались и требовали ремонта. Мы дошли до того, что мы их стали практически изготавливать. Под каждую скважину можем на сегодняшний день подготовить свой насос со своей мощностью, подачей. В зависимости от потребностей города в чистой питьевой воде, Вильжанская водоочистная станция подает около 70 тысяч кубических метров ежесуточно. В 2010 году полным ходом шла реконструкция насосной станции второго подъема. В начале 80-х годов потребность города в воде выросла настолько, что вновь появилась угроза дефицита. Строительство Метелевской водоочистной станции с проектной мощностью 150 тысяч кубических метров воды в сутки, которые на сегодняшний день обеспечивают 2/3 потребности города в чистой питьевой воде, началась еще в 1965 году. Однако постоянные перебои с финансированием этого проекта то и дело замораживали стройку. Решение об экстренном запуске сооружения было принято, когда выяснилось, что геологи просчитались, и запасы воды в кулаковских скважинах не столько велики, чтобы обеспечить потребности растущего города. 15 июня 1981 года заключенных, работавших на строительстве объекта, на территорию не пустили. Работникам водоканала, принявшим сооружение, предстояло провести колоссальную работу. Никаких линий не было проведено. Сооружения были одни только ямы. Не огорожено, не уложено плиткой, не проведены трубопроводы, не соединено ничего было между собой. В общем, в таком состоянии водозабор был, что можно было эту стройку закрывать. Но нам этого не желательно было всем, потому что нам нужна была вода. Если бы не самоотверженный труд работников водоканала, запуск Метелевской водоочистной станции мог быть отложен еще на неопределенный срок. В 1979 году у нас произошла такая ситуация. Поднялась вода в Туре на 9-15. Затопило Красный Октябрь, снесло его. А мы боролись за то, чтобы спасти первый подъем от наводнения. И поэтому приходилось сутками работать.
запустили сооружение 3 ноября 1981 года. Тогда в город было подано около 17 тысяч кубических метров воды. Вплоть до 1992 года очистить воду до нормативных показателей на Метелевской водоочистной станции было крайне сложно. Всему виной сброс из промышленных предприятий. В исходной воде содержание фенолов доходило до 8 и более ПДК, аммиака – до 6. Процесс очистки сложной тюменской воды занимает от 2,5 до 4 часов. Вот на этом, можно сказать, макете можно показать, как происходит технология очистки воды на сооружениях. В этот стакан добавляется речная вода, которая подается как бы на смесители, и вливается порядок реагентов. Вода уже хлорированная, поэтому добавляем только сернокислый алюминий, оксихлорид и полиакриламид. Вот сейчас мы видим, что процесс коагуляции идет в полном объеме, то есть это такие хлопья уже образованы на смесителях и попали в камеры хлопьеобразования. И затем происходит оседание хлопьев, которые будут находиться в отстойниках. Затем осветленная вода, которая останется на поверхности, она будет проходить в фильтровальный зал для дополнительной очистки, проходя через кварцевый песок. Зал фильтров – последняя ступень очистки перед подачей воды в город. Ежесуточно здесь проходит очистку около 150 тысяч кубических метров воды. У нас, значит, имеется 8 фильтров, и каждый фильтр площадью 120 квадратных метров. Они обеспечивают очистку вот данного количества воды. С 2008 года на водоочистных сооружениях проводится реконструкция скорых фильтров. Здесь на фильтрах предусмотрена водовоздушная промывка. В феврале 2011 года после капитального ремонта начала работу новая бактериологическая лаборатория Метелевской водоочистной станции. Мы исследуем воду на различные бактериологические загрязнения. В данном случае, если мы берем воду с поверхностного источника реки Тура, то мы исследуем воду на наличие кишечной палочки или на общее микробное число, вообще на присутствие микробов в воде. Городские очистные сооружения и канализации обеспечивают прием и очистку хозяйственно-бытовых и промышленных стоков всего города. Запущенные в строй они были в 1973 году. Проектная мощность первой очереди составила 65 тысяч кубических метров стоков в сутки. Затраты на строительно-монтажные работы первой очереди составили тогда 10 миллионов советских рублей. Вначале у нас было в коллективе всего 6 человек. Объект очень большой. Нас Лосев Геннадий Сергеевич распределил 6 человек на каждое здание, чтобы была уборка. Допуска надо все было произвести, чистоту навести. А в 1973 году запустили городские очистные. В то время я работала воздуховодной, и мне пришлось включать воздуховодные. Первый раз я включила, какой был взрыв. Ну, где-то не досмотрели. На второй раз я включила, и пошла система работы. Где-то около 5 часов вечера вода пошла из города на очистку. Первоначально поступали хозбытовые стоки, которые подвергаются достаточно хорошей очистке. Потом постепенно город начал нам подавать промышленные стоки. Вот тут они, проблемы и стали появляться. И приходилось искать всякие решения, чтобы все это очистить. На сегодняшний день сооружение ежесуточно проводит очистку около 216 тысяч кубических метров стоков. Мы находимся у приемной камеры городских очистных сооружений города Тюмени, куда приходят все хозбытовые фекальные стоки, в том числе и промышленные. Все стоки проходят три стадии очистки. Это механическая очистка, биологическая очистка и процесс обеззараживания. Контроль качества очистки стоков ведется в непрерывном режиме. Для этого на сооружениях имеется собственная аккредитованная лаборатория. Ежемесячно мы отбираем порядка 70 проб для проведения анализа на токсичность, гидробиологию, паразитологию. И таким образом делаем заключение о качестве воды, которая выходит из наших очистных сооружений. В марте 2009 года в целях повышения качества очистки источных вод на сооружениях была запущена станция ультрафиолетового облучения. В станции ультрафиолетового облучения находится 8 модулей. В них расположены ультрафиолетовые лампы. Вода по каналам проходит сквозь эти лампы и происходит обеззараживание стоков. Это уже заключительная стадия очистки. Дальше уже вода поступает в водные объекты. Работа по переоснащению сооружений ведется постоянно. Специфические особенности состава тюменских канализационных стоков
вынуждает специалистов применять все новые и новые технологии. В настоящее время производится реконструкция цеха механического обезвоживания осадка. Устанавливаются новые ленточные пресс-фильтра фирмы «Экотон» для того, чтобы снять проблему с большим количеством песка. Эти ленточные пресс-фильтра, в отличие от декандеров, не боятся данных факторов и могут работать. На сегодняшний день для бесперебойного и качественного обеспечения жителей города услугами холодного водоснабжения и водоотведения в водоканале трудятся около 1000 человек. Очистка и подача воды в город обеспечивается мощностями сразу 3 водоочистных станций. Суммарная подача среднесуточно составляет 250-260 тысяч метров кубических в сутки. А минимальный напор, который мы должны поддерживать в сети, составляет 26 метров. Управление режимом водозаборных узлов раньше осуществлялось по одному контрольному манометру, который находился здесь в центральной диспетчерской службе. В настоящее время мы имеем 8 контрольных точек в различных частях города, с которых данные приходят в режиме онлайн. Свыше 800 километров водопроводных сетей обеспечивают транспортировку чистой питьевой воды в водоочистных сооружениях до потребителя. В 2010 году впервые в Тюмени были проведены 3 плановых остановки водопровода, которые позволили провести замену и ремонт запорной арматуры на основных магистральных сетях, питающих город чистой питьевой водой. Кроме водопроводных сетей, на обслуживании цеха еще находятся 76 насосных станций, водоподъемных насосных станций. То, что касается условий работы цеха, режимов, регламентов, которые на сегодняшний день придерживаемся, это позволило нам существенно сократить время по устранению аварийных ситуаций, сумело дать возможность более качественно выполнять планово-предупредительные ремонты. Численность цеха на сегодняшний день составляет порядка 120 человек. Вместе с людьми, обслуживающими насосные станции. Для работников водоканала нет актированных дней. Работа здесь ведется круглосуточно, 365 дней в году. Морозы и жару может не выдержать техника, но не люди. Люди у нас крепкие и выносливые. Нет таких задач, так скажем, с которой бы мы не справились. Цех сети канализации за 2010 год устранил более 5000 засоров на сетях. На его обслуживании находится около 600 километров сетей и 58 канализационных насосных станций. В 2010 году на вооружение цеха поступил современный каналопромывочный и илососный автомобиль-цистерна известной марки «Кролл», способный осуществлять промывку коллекторов большого диаметра. Транспортный цех предприятия насчитывает 222 единицы техники. В этом году запланировано еще существенное обновление. Сейчас уже поступило 6 новых единиц техники. В ближайшее время будет еще прибытие, ожидается 16 единиц техники. Качество предоставляемых услуг в круглосуточном режиме отслеживает аккредитованная центральная испытательная лаборатория предприятия. Сейчас мы оснащаем наше помещение новой современной лабораторной мебелью. Также ждем поступления нового оборудования аналитического. Готовимся к внедрению лаборатории иммуноферментного анализа. Настоящей гордостью Тюменского водоканала стала информационная служба, начавшая свою работу в апреле 2009 года. На протяжении 2 лет достижения службы признаются на самом высоком международном уровне. Уже 2 служба вышла в финал конкурса «Хрустальная гарнитура», сразу в нескольких номинациях. В своей работе мы придерживаемся идеологии суперобслуживания, главная заповедь которой гласит, что ни один клиент, позвонивший в нашу службу, не должен положить трубку телефона с мыслью о том, что его не поняли и не хотели помочь. Поэтому все вопросы, которые поступают в информационную службу, обрабатываются операторами по максимуму. На сегодняшний день Тюмень-Водоканал входит в группу компании «Росводоканал». Это активно развивающиеся предприятия, которые привлекают на работу все больше молодых кадров, ведет рационализаторскую деятельность, реализует инвестиционную программу, делится своим опытом и наработками с другими региональными водоканалами и делает все возможное для того, чтобы качественно, гарантированно и бесперебойно поставлять в каждый тюменский дом чистую питьевую воду и отводить стоки.